Сегодня у нас 14 сентября. Это вот поставили, камеру ставили, попалась, это называется антатор. Ну так крыса. Не трогайте ногой. Она прокусит какой-то сразу сапог. Водяная американская крыса. Это не жалею. Бобровая нора, она в нее залезла просто. Надо капкан поставить туда. О, наши кошки настороже сразу. Не видно. Мы сейчас отнесем его шарику. Видишь, какой хвост у него рулевой. Жирная какая. Они этих кашек-то жрут там. Слышишь, как она мигнула как зубами стучит. Паля побежала, как куда спряталась. Ногу попала. Ну пойдем туда, отнесем. Зубами. Возьми с собой. А он не будет? А? Тут свет-то есть? Они разрушают все. Там же темно на улице, он не заснимет. А я посвечу, фонарик возьму. Но мне нельзя от плиты отойти. А? Сергею можно передать? Мне от плиты нельзя отходить, мне варить надо. Вари, ну то положить его где-то там, это повесить, пока дождаться. Не, Сергей пускай заснимет, да и все. Я этим по аппарату не пользовался ни разу. Сергей, а что пользоваться? Да. Просто снимать и все, тут ничего не надо. Возьми. Темно там, знаете, их. Ну пойдем. Так, в этом... Ну, включай тогда, ладно. Включать? Да. Для моего заложи аппаратуру. Угу. Включай. Это попался андатор. Заводи его сюда, шарик. Ну-ка. Подпускай, подпускай ближе. Хорошо. Рвет прям. Подожди-ка, сейчас я отпущу ее. Мигом задавил. Смотри, какая у него хватка у шарика. Шарик вообще боевой. Ничего не задавил. Шарик. На. Бери ее. Хорошо. У них какой-то запах есть, видимо. Как это? Даванул-то он ее как? Мгновенно задавил. Как так? Хорошо. Хорошо. Бери шарик. Чужой. Хорошо. Бери. Тащи. Тащи. Веди его туда потихоньку. Веди, веди, веди. Тащи. Он пошел. Хорошо. Хорошо. Не видно, надо посветить что-то. Есть фонарик у вас? Фонарик есть? Ну-ка сейчас свет дадим, может быть. Ну, прокусить не может. Он ее все равно разорвет. Как он ее так давнул, прям мгновенно, умертвил. Знает приемы. И главное, как он усыпился, не боится, что она за нос его укусит или еще. Ну, один раз. В прошлый раз крота принес, крот попался, он мгновенно прям бросился. Боевой пес. Боевой молодец, шарик, хорошо. Хорошо. Смотри, какая шкура. Это ценный мех сдают, но мы не трогаем. Поставить теперь обратно надо будет. Ну все, пошли. Видал, как он берет ее зубами. Он не может ее добиться. Пошли. Все. Давай сюда его. Не видно капкан. Капкан открыть.
Выключи его тогда.